Он прославился своими картинами на евангельские сюжеты и сам решил жить по Евангелию. Один из самых признанных живописцев России, Николай Ге, в 44 года уехал из столицы, чтобы поселиться на далеком украинском хуторе. Он посчитал важным для себя не только служение искусством, обществу, но и простым служением. Ведь он на хуторе еще занимался тем, что он клал печи. Помогал людям, которые не справлялись со своими обязанностями. Там дрова мог поколоть, там крышу починить. Бегство художника из Петербурга не было случайностью. Чередование прорывов и провалов стало его судьбой. И надо сказать, что такие перепады будет сопровождать Ге всю жизнь. За успехом «Тайной вечери» последовало такое гонение навестников воскресений. После громкого успеха на первой передвижной выставке его картины «Петр I. Царевич Алексей» последовал провал, связанный с созданием картин «Пушкин и Пущин в Михайловском» и картине, которая посвящена Екатерине II, Екатерине II у гроба Елизаветы. Картины Страстного цикла снимали с выставок, их запрещал Священный Синод. Они тоже подвергались всякого рода гонениям. И Ге, человек удивительно добрый, расположенный к людям, своего рода Дон Кихот XIX века, избрал очень трудную дорогу первопроходцев и еретиков, которые выпадают немногим. Драматургия его жизни, она, так сказать, вот усыпана вот этими взлетами и падениями. Из учеников Академии художеств он шагнул сразу в профессора. За право купить его историческое полотно царь заочно спорил с Третьяковым, а его религиозные картины снимались с выставок и запрещались к показу. 13 лет он трудился в своей флорентийской мастерской, чтобы потом вернуться в Россию и закончить жизнь провинциальным помещиком. Один из основоположников товарищества передвижников и его казначей, он стал лучшим печником Черниговской губернии. Николай Ге. Талантливый юноша из Воронежа, потомок французского дворянина, бежавшего от революции, Николай Ге с отличием оканчивает Петербургскую академию художеств. Как первого среди лучших выпускников, его отправляют на стажировку в Европу на 6 лет. Поселившись во Флоренции, целых 5 из них художник потратит на творческий поиск. И только вчитавшись в Евангелие, найдет свою тему. Первые вещи, которые действительно очень выразительно прозвучало, это картина «Тайная вечеря». Ге отказывается от вот этого помпезного, пышного интерьера. Он максимально приближает как бы ситуацию, ну, скажем так, к реальности, к первоисточнику. Действительно был маленький домик на окраине Иерусалима, где собрались люди, ну, бывшие фактически изгоями. Вот они гонимы. Вот Иисус с учениками в этом небольшом пространстве этого помещения. Скудная их трапеза, посмотрите, простая посуда на столе. Эту картину Ге пишет под влиянием общей тенденции европейской литературы и искусства того времени – поисков исторического Христа. В Европе в этот период уже неоднократно публиковались работы различных культурологов и историков, где разбирался сюжет евангельской истории с точки зрения именно истории. Сейчас таких работ достаточно много. В 21 веке, да, уже никого не удивишь какими-то научными изысканиями в области, опять-таки, дней евангельской истории. Да, это уже археология, все такое прочее. Никто не будет говорить о том, что это кощунственно или еще что-то. Но все-таки на момент второй половины 19 века это было, ну, во-первых, новаторские, да, такие мысли, во-вторых, все-таки они еще были достаточно редки в обществе, и особенно в российском. Петербургская публика поражена и тем, как современно выглядит сюжет религиозной картины, и узнаваемыми портретами на ней. Образу Христа художник придал черты диссидента и политэмигранта Александра Герцена, а в образе апостола Петра запечатлел самого себя.
Причем интересно, что тогда Гей еще был достаточно молодым художником, и он как бы прозревает свои будущие черты в старости, изображая будущего апостола Петра своими чертами. Вот это желание измерить, поставить исторический персонаж, библейский персонаж с конкретным историческим лицом, это было важно для Гея, то есть обрести некую такую опору, чтобы исторический герой или, так сказать, вот, евангельский герой не был исключительно умозрительным, а опирался бы на некую реальность. И смотрите, очень интересна для нас вот реакция персонажей. Художник сознательно высвечивает, вы видите, лица Иоанна, который с изумлением, в смятении смотрит на удаляющуюся фигуру Иуды. Апостол Петр, он гневно смотрит вслед вот, будущему предателю учителя. И когда появляется на выставке эта картина, она вызывает ну, просто фурор. За эту картину Николая Ге из учеников Академии художеств переводят сразу в профессора. Его «Тайная вечеря» становится гвоздем сезона в Петербурге. Расходятся по всей стране в снимках. Они пишут Салтыков-Щедрин и Достоевский. Ее превозносят и проклинают. Некоторые писали, что это не Христос и его ученики, а это пирушка самых обыкновенных людей. Но вот этот новаторский дух этой картины, тем не менее, был увиден очень многими и привлек к этой картине общественное внимание. Вдохновленный успехом, Ге в своей флорентийской мастерской пишет еще два библейских сюжета – «Вестники воскресения» и «Христос в Гефсиманском саду». «Вестники воскресения» и картина «Христос в Гефсиманском саду», к сожалению, не имели такого положительного отклика и такого резонанса восторженного, какой снискала картина «Тайная вечеря». Здесь на него обрушились сразу обвинения со стороны либеральной вот, демократической критики. В Академии художеств «Вестников воскресения» выставлять запрещают. На частной выставке публика ее осмеивает, называя грубо намалеванным эскизом. Конечно, критики изощрялись над этой фигурой Марии Магдалины во всю ширь натуры. Кто-то называл ее ласточкой, кто-то называл ее вороной. Но ощущение того, что человек пошел на взлет, здесь все-таки присутствует. Черная полоса неудач удручает художника. И вскоре после 13 лет жизни в Италии он возвращается на родину, чтобы сменить тему. В Петербурге Николай Ге вместе с художниками Мясоедовым и Крамским создает товарищество передвижных художественных выставок, самую передовую арт-площадку своего времени. Перевозя экспозицию из города в город, из Тамбова в Орел, из Харькова в Одессу, товарищество дает художникам возможность заработать на продаже своих картин, а жителям России приобщиться к искусству. Именно Гея принадлежит идее товарищества. И эта идея связана для него с идеей свободы. Он хотел освободить художника от зависимости от покупателя, от заказчика. Гея становится казначеем товарищества передвижных художественных выставок. Его математическое образование позволяет ему в этой роли утвердиться. И он придумывает свою систему бухгалтерской отчетности товарищества, которая, надо сказать, вот и просуществовала до конца существования этого объединения. В товарищество передвижников входят почти все лучшие художники эпохи – Крамской, Репин, Поленов, Суриков. Противопоставив устаревшему академизму реалистическую манеру живописи, они расширяют свою целевую аудиторию и обращаются к новому зрителю. Не какие-то мифологические, исторические композиции, нет, это неинтересно зрителю, потому что со второй половины 19 века, середины 19 века, в искусство на выставке приходит новый зритель. Не представители дворянской культуры, которые посещали выставки в первой половине 19 века, а уже после реформы, после отмены крепостного права, когда очень много крестьян пришло в город,
и они, так сказать, начинают вовлекаться в эту городскую жизнь. И вот этот новому зрителю, так же, как и купцам, тому зарождающемуся классу, да, новых предпринимателей, промышленников, купцов, им было интересно рассматривать на картинах то, что окружало их в их современной жизни, в их современной действительности. И поэтому искусство, оно, так сказать, современное, оно меняет вот то направление и меняет свой круг своих интересов. В первой выставке товарищества Ге участвует с картиной «Петр I допрашивает царевича Алексея». «Ге царит решительно», скажет об экспозиции Крамской. На этот раз художник улавливает тенденцию в русском искусстве – обращение к корням. Это время, вот середина 19 века и позже, 70-е годы, это время такого внимания к каким-то переломным точкам русской истории и, естественно, к тем личностям, которые эти переломы совершали. Это и Петр I у Ге, это потом и у Сурикова Петр I, и чуть раньше история раскола. Он вот эту вот историческую трагедию российскую как бы пропускает через трагедию личную, через трагедию близких людей, отца и сына. И вот перед нами Петр и царевич Алексей. Интерьер Петергофа, как вы видите, затененный. Это не так важно. Эти детали не увлекают художника. Его увлекает вот эта психологическая драматургия этой страшной человеческой трагедии, которая, в общем, развивается на наших глазах. Петр сидит, но его фигура сидячая, она выглядит очень энергичной. Он немножко напоминает сжатую пружину, вот этот резкий разворот тела Петра. Он гневно смотрит на Алексея, и вот энергии, которые наполняют фигуру Петра, реформатора, как бы противостоит такая свечеобразная, обреченная уже, собственно, вот личность царевича Алексея. Вы видите вот эти обвисшие кружева на манжетах, высокий лоб с залысинами. Он сам как бы напоминает такую тлеющую свечу. Вот эта вот обреченность Алексея здесь очень выразительно представлена. И вы посмотрите, резко выезжает на зрителя вот этот угол стола. И разбегаются в разные стороны шашечки паркета. Вот таким оптически, как бы пластически доступными ему методами как бы разводит этих двух людей абсолютно вот фатально и неизбежно. Вот она, человеческая трагедия. Когда Ге начинал работать над этой картиной, его симпатии были всецело на стороне Петра. Он приехал из Италии абсолютным западником. И был очень благодарен царю Петру за то, что он открыл это самое окно в Европу. Но когда Ге погрузился в исторические документы, и когда ему открылась вся жестокость этой эпохи и жестокость Петра, он понял, что здесь не может быть правых и виноватых. И этим тоже эта картина интересна. Ге ощущает вот эту сложную диалектику истории. И эта картина оказала, конечно, большое влияние и на историческую живопись Сурикова, и на историческую живопись Репина. Так Николай Ге снова становится первопроходцем и основателем школы. А за его полотно ведут заочный спор меценат Павел Третьяков и император Александр III. На выставке российский император тоже захотел ее купить. Правда, ему все побоялись сказать, что работа уже куплена. Поэтому тонко сообщили Николаю Ге, что возникла вот такая непредвиденная ситуация, и попросили сделать копию. На что художник сказал, что ему сначала надо посоветоваться с официальным уже владельцем, хочет ли он, чтобы была копия этой картины. Третьяков согласился, и Николай Ге написал точную копию. Поэтому сейчас есть две картины, одна в Третьяковской галерее, другая в Русском музее. Но следующие картины Ге на историческую тему, в том числе хрестоматийную «Пушкин в селе Михайловском», публика вновь освистает. И тогда Николай Ге решит – Петербург не для него. Большим художником его здесь не признают, а зарабатывать живописью как ремеслом он не хочет. Вместе с семьей, женой и двумя сыновьями он уезжает на отдаленный хутор Ивановское в Черниговской губернии. Как оказалось, насовсем. Первое время после отъезда Ге его отшельничество – главная новость в столице. Художник постепенно приходит к толстовской идее религии горшка,
не заставлять других служить себе. С Толстым они дружат. Ге пишет портрет писателя. Часто бывает в Ясной Поляне. Лев Николаевич иногда пешком приходит в гости к художнику. Вслед за Толстым Ге отказывается от наемного труда, бросает курить и становится вегетарианцем. На хуторе Ивановском начинает сеять табак. У него там была сахарная свекла, у него там были сады. И он гордится тем, что его хозяйство более рентабельно, чем крестьянские хозяйства вокруг. Вся семья Ге, его сыновья участвуют вот в этой новой модели жизни, скажем так. Жизнь эта очень суровая. Первое время дом Ге крыт соломой, и там очень холодно зимой. И это тоже его достижение и гордость, когда ему удается сделать новую крышу. Ге также занимается тем, что в качестве управляющего надзирает, наблюдает за некоторыми имениями вокруг в Черниговской губернии. Хутор Ивановское для Ге тоже почти как Ясная Поляна для Льва Толстого. И семейное гнездо, и поле для социальных экспериментов, и творческая мастерская. Так же, как его кумир пашет, Николай Ге бесплатно кладет печи крестьянам. И его слава печника гремит на весь уезд. Он участвует в местных выборах и несколько лет работает в земских учреждениях. Для художника Ге на Черниговщине начинается его личная эпоха Возрождения. На хуторе он напишет свой следующий шедевр «Что есть истина». Плотная фигура Пилата, вы видите, отбрасывает такую тяжелую корпусную тень, и он вызывающим риторическим таким явно жестом и вопросом обращается к Христу, что есть истина. А Христос, напротив, изображается в тени. Его фигура истерзанная, изможденная. Он скорее напоминает какого-то нищего. Складки хитона Пилата напоминают каннелюры колонн. Он как бы символ власти, символ мощи. И вот этот жест, он выглядит таким немножко даже издевательским. Что есть истина по сравнению с властью? Что есть истина по сравнению с тем, что сейчас случится с тобой? И вот поэтому Христос молчит. Были, конечно, протесты со стороны Святейшего Синода за столь такую вольную интерпретацию. Ге привозит картину в столицу на очередную передвижную выставку. Оценив масштаб работы, коллеги-художники отводят ей лучшее место в экспозиции, а самого Николая Ге выбирают председателем товарищества передвижников. Но его Христос слишком отличается от привычных иконописных ликов. Синод и оберпрокурор Победоносцев возмущены оскорблением чувств верующих. Император Александр III выносит окончательный приговор. Картина отвратительная. И ее убирают с глаз долой. Потому что она противоречила традиционному изображению Христа как человека прекрасного и духовно, и нравственно, и внешне. На этой картине мы видим тщедушного, измученного, худого Христа, который многим показался жалким. Александр III сравнил его с больным Миклухой Маклаем, как он сказал. Какой же это Христос? Это больной Миклуха Маклай, который приходил просить у императора денег на его всяческие путешествия. В принципе, тогда в России действовала, знаете, какая-то цензура. Она не касалась абсолютно формы художественной. То есть вот это уже такое советского времени изобретение, когда художник там, может, формалист или еще что-то так. Тогда художественная форма не обсуждалась. Цензуре подвергалось только недостойное содержание. Вот, кощунственное или какое-то. На обвинение публики и критиков в том, что его Христу не хватает благообразности, Ге отвечает, что человек, которого били целую ночь, не мог походить на розу. Он говорил, что после того, как человека так долго мучили, истязали, он не может быть спокойным и прекрасным, как ему когда-то рекомендовали для храма Христа Спасителя его изображать с пробором, с волнистыми волосами блестящими, с белой кожей и так далее, и так далее. И даже Третьяков не стал ее покупать, пока Лев Николаевич не написал гневное письмо. Текст этого письма сохранился, я приведу такую вольную цитату.
Лев Николаевич писал, что вы собирали свою коллекцию для того, чтобы среди сотен тысяч полотен отыскивать жемчужины и украшать ими. И стоило ли вообще затевать всю эту работу, если жемчужина большая, самая драгоценная жемчужина, которая сейчас лежит на поверхности, не будет вами забрана? Репрессии, которым подверглась картина, только подогревают интерес публики. И полотно отправляется путешествовать по Европе, где его ждут восторженные отзывы. Выход Христа с учениками в Гефсиманский сад. Если в картине «Тайные вечера», с которой мы начинали, отходит один Иуда от него, помните, да? То здесь, вы посмотрите, от Христа уходят все ученики. И он задерживается вот на этом крылечке. Он уже как бы совершенно в полном одиночестве готов принять вот эту судьбу свою трагическую и исполнить великую миссию. Это очень сильная работа. И она как бы, вот, скажем, замыкает вот этот, собственно, круг, эту композицию нашу, нашей беседы даже. Начали с Иуды, здесь отходят все ученики, и Христос остается в одиночестве. Николай Ге со своим евангельским циклом тоже остается в одиночестве. В Петербурге и Москве почти никто не понял его полотен, созданных в сельском уединении. Финальным манифестом художника становится распятие. Десять лет жизни уходит у Николая Ге на то, чтобы написать «Смерть Христа». Он целыми днями снова и снова воспроизводит на полотне этот сюжет. Окончательной станет лишь 19-я версия картины. Он пишет с натуры. Прямо в мастерской установлен крест с петлями для рук и перекладиной для ног. Он считает, что натурщики должны мучиться почти как Христос. И даже сам восходит на крест. Сохранились удивительные фотографии обнаженного старика Ге на кресте. То есть вот уже на излете своей земной жизни Ге пережил необычайный творческий подъем, очень мощный. И когда как его товарищи, с которыми он начинал, с которыми он создавал товарищество передвижных художественных выставок, переживают в эти годы глубокий кризис, сходят постепенно с арены художественной жизни, он прорывается каким-то невиданным откровением будущего искусства, искусства 20 века. Заставить зрителей рыдать, а не умиляться. Вот какую задачу ставит себе Ге, изображая страсти Христовы. Понимаете, так вот, как изображал Христа Ге, особенно это касается вот последних его распятий, конечно, я думаю, что и современный художник, не всякий бы на такое решился. Это было очень бесстрашно. Но перед ним стояла определенная задача. Ему нужно было, во-первых, растопить сердца своих современников, которые должны были увидеть, почувствовать, должны были, так сказать, пробудить их сердце. Вот то, что Христос претерпел именно физические страдания. Безусловно, Ге был, конечно, верующим человеком. И ему хотелось донести вот эту боль, вот это страдание, которое Спаситель претерпел ради людей, хотелось донести до сердец своих современников, как бы разбудить их. Свою последнюю большую картину «Распятие» Ге сам везет на выставку передвижников в Петербург, через Ясную Поляну. Лев Толстой, обливаясь слезами, говорит: «Так оно все и было». Но вердикт главного цензора, царя, на этот раз еще беспощадней. Это бойня. В первый же день картина будет снята с выставки и попадет под запрет. В Третьяковской галерее ее будут хранить в отдельном помещении за закрытой занавесью. Публика сможет увидеть распятие Николая Ге, лишь когда оно покинет Россию. На выставке в Париже в 1903 году. Ну, я думаю, что, вы знаете, вот как это ни парадоксально, но мне кажется, его работы последние, они до сих пор вызывают споры. И есть наши современники, которые не могут этого принять.
которые продолжают шокироваться вот этим вот таким вот физиологизмом, может быть. Я помню, что для меня было вообще откровение. Я считала, что гей — это, так сказать, такой вот религиозный художник, там, вот он на каких-то таких темах мировоззренческих, экзистенциальных. Когда я в Арсе увидела, что распятие Ги висит в зале с надписью «Натурализм», меня это вначале удивило, а потом я поняла, что так оно и должно быть. До конца своих дней Ге экспериментирует у мольберта, шокируя современников и прокладывая дорогу потомкам. В свете нового художественного языка следующего века Николай Ге станет вестником экспрессионизма.